Здравствуйте, вы на канале MOP-разбор. Сегодня к нам попал телефон Vertex D516. В коробке с телефоном находится адаптер питания с кабелем на microUSB и один аккумулятор. Чтобы разобрать телефон, снимаем заднюю крышку и откручиваем винтики по краям корпуса. Вскрываем его металлической лопаткой и снимаем лицевую часть вместе с клавиатурой. Отсоединяем плату от задней части корпуса. Разобрав телефон, мы видим, что дисплей, камера, динамик-базер, вибромоторчик и микрофон припаяны к плате. Аппарат разобран.